проходит второй день 4-го международного фестиваля «Укрдэнс Кап 2018». Больше 1000 участий. У нас не только области, у нас из многих стран пары и судьи. У нас сегодня и вчера были пары из Америки, из Польши, из Белоруссии, из Молдавии, из России. Много судей из Германии, также из Штатов, из Польши. Каждый год мы после завершения соревнований мы садимся всей командой и анализируем все ошибки, которые были допущены во время соревнований. Из года в год мы стараемся их исправлять. Мы стараемся совершенствоваться. Соревнования, как и все остальные турниры, судьи оценивают по нескольким критериям. Важно, чтобы пара танцевала под музыку, важно, чтобы они выглядели парно. Оценивается также хореография, спортивная выносливость танцоров и другие факторы. Танцуют очень много лидирующих пар в Украине в разных возрастных категориях. Некоторые из них, кто танцует сегодня, они чемпионы разных зарубежных турниров, самых сильных, таких как Blackpool International, чемпионаты мира. Поэтому уровень участников очень сильный сегодня. Мы из Ивано-Франковска. Сегодня сильная конкуренция. 10 танцев. Чача, самба, румба. Пасодобль, джайв. Есть также латинская и стандартная программа. В стандартной программе танцуем вальс, танго, венский вальс, фокстрот и квикстеп. Физподготовка, кардионагрузка была сильная. Много тренировок было.